детский канал «Мультиигрушки» представляет. Ох, как же я устал! Но работу нужно доделать, чтобы порадовать отца. Привет, Мишка! А ты все работаешь и работаешь. Бросай свою лопату, поехали покатаемся. Нет, Колька, я пока занят. Папа поручил мне присмотреть за нашим хозяйством. Ух ты! Ничего себе! Какой у твоего отца крутой снегоход! Мишка, а давай прокатимся на нем? Нет, Николай, мой папа строго запретил трогать его технику, а тем более на ней ездить. Вау, а это чей самолет кукурузник стоит? Слушай, Мишка, можно мне посидеть за штурвалом? Это еще дедушкин самолет. Колька, вот поможешь мне по хозяйству, тогда и посидишь. Ох, как я устал! Да, работать руками очень тяжело. Ну что, Мишка, теперь можно посидеть в самолете? Ну ладно, посиди немного. Только смотри, ничего не трогай. Ух ты, как здорово здесь! Сколько тут всяких кнопочек. А что, если я нажму на эту кнопку? Ой, что я наделал? Кажется, он заводится. Эх, Колька, ну я же тебя предупреждал, ничего не нажимать. Что я теперь папе скажу? Эх, досада-то какая. Да не переживай, Мишка, я все починю. Пойдем дальше работать. Эх, ладно, пойдем. Уже пора буренку напоить. Пей, буреночка, да побольше молочка приноси. Ну вот и поработали, пора бы уже и покататься. Ну, Мишка, ну давай хоть один разочек прокатимся. Вообще-то снегоход ездит по снегу, но можно попробовать один разок по полю прокатиться. Ох, Мишка, какой же он классный! Ну что, сейчас попробую один разочек. Стой, стой, аккуратнее, разобьешься! Мишка, Мишка! Я не могу остановить его. Наверное, педаль тормоза заклинила. Колька, смотри, куда едешь. Все заборы поломал. А-а-а! Берегись! Меня заносит! Колька, Колька, ты живой? А-а-а! Ух, как болит! Моя нога! Моя нога! Помогите! Держись, Колька! Скорая будет с минуты на минуту! Эй, Петрович! Рабочий день закончен! Поехал я домой! Да и сын меня заждался! Михалыч, смотри, как скорая пролетела! Наверное, где-то беда случилась!
Здравствуйте. Так, посмотрим. Ага, закрытый перелом ноги. Срочно нужно ехать в больницу. Ой-ой-ой-ой. Сынок, что тут произошло? Что вы опять натворили? Кто пострадал и почему тут стоит скорая? Пострадал друг вашего сына. Он не справился с управлением и упал. Мы доставим его в больницу. Папочка, прости меня. Это я во всем виноват. Не послушал я тебя и разрешил Кольке покататься. Ладно, сынок, хорошо, что все живы остались. Но так как ты виноват, придется исправить свои ошибки и все починить. А твой друг уже и сам себя наказал.